Guten Tag, liebe Deutschfreunde! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами тренируем 50 коротких фраз для общения. Вначале я прочитаю фразы на немецком с переводом. Во второй части вам нужно перевести наоборот на немецкий язык с русского языка и вспомнить каждую фразу. Wie läuft's bei dir? Как у тебя дела? Wie läuft's bei dir? Läuft's – это сокращение от läuft es. Ich bin gespannt, was du darüber denkst. Мне интересно, что ты об этом думаешь. Ich bin gespannt, was du darüber denkst. Das ist mir egal. Мне все равно. Das ist mir egal. Ich bin dafür. Я за. Ich bin dafür. Произносите вместе со мной также вслух. Ich bin dagegen. Я против. Ich bin dagegen. Es kommt darauf an. Это зависит от обстоятельств. Es kommt darauf an. Ich bin gespannt. Мне интересно, я в предвкушении. Ich bin gespannt. Das macht Sinn. Это имеет смысл. Das macht Sinn. Das ist doch klar. Это ведь ясно, очевидно. Das ist doch klar. Ich bin völlig einverstanden. Я полностью согласен. Согласна. Напоминаю, что я, как правило, перевожу в мужской форме. Вы, конечно же, можете это применять и в женской. Согласна. В немецком языке разницы нет. Ich bin völlig einverstanden. Ich habe keine Ahnung. Я понятия не имею. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es satt. Мне это надоело. Ich habe es satt. Das ist mir nicht klar. Мне это непонятно, неясно. Das ist mir nicht klar. Das kommt nicht in Frage. Это не обсуждается. Das kommt nicht in Frage. Ich freue mich darauf. Я с нетерпением жду этого. Ich freue mich darauf. Ich bin überrascht. Я удивлен. Удивлена. Ich bin überrascht.
Das ist nicht mein Ding. Это не мое дело. Это меня не касается. Das ist nicht mein Ding. Ich bin enttäuscht. Я разочарован. Разочарована. Ich bin enttäuscht. Das ist unglaublich. Это невероятно. Das ist unglaublich. Ich bin total erschöpft. Я совершенно измотан, истощен. Ich bin total erschöpft. Das war ein Missverständnis. Это было недоразумение. Das war ein Missverständnis. Das ist doch Blödsinn. Это ерунда. Das ist doch Blödsinn. Ich kann es kaum glauben. Я едва могу поверить в это. Ich kann es kaum glauben. Ich habe mich verlaufen. Я заблудился. Ich habe mich verlaufen. Ich bin in Eile. Я спешу. Дословно, я есть в спешке. Ich bin in Eile. Das war knapp. Это было на грани. Или это было впритык. Das war knapp. Das ist nicht der Rede wert. Это не стоит упоминания. Или об этом даже не стоит говорить. Das ist nicht der Rede wert. Ich bin gleich zurück. Я сейчас вернусь. Ich bin gleich zurück. Kannst du mir einen Gefallen tun? Можешь сделать мне одолжение? Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich bin total begeistert von dieser Idee. Я полностью в восторге от этой идеи. Ich bin total begeistert von dieser Idee. Ich verstehe nur Bahnhof. Я ничего не понимаю. Дословно, я понимаю только вокзал. Об этом выражение у нас было уже видео на канале про смешные необычные выражения в немецком языке. Ich verstehe nur Bahnhof. Das ist mir Wurst. Мне без разницы. Мне все равно. Das ist mir Wurst. Это тоже необычное разговорное выражение. Дословно переводится «Это есть мне колбаса».
Я знаю, что кого-то повеселит такой перевод. Ну, вот такие есть интересные выражения. Ich drücke dir die Daumen. Я держу за тебя кулачки. Ich drücke dir die Daumen. Это выражение используется как пожелание, например, когда человек, друг, идет на экзамен или когда у него какое-то испытание. Ich bin fix und fertig. Я полностью измотан. Ich bin fix und fertig. Das ist eine Frechheit. Это наглость. Das ist eine Frechheit. Ich bin nicht sicher. Я не уверен, не уверена. Ich bin nicht sicher. Das war ein Scherz. Это была шутка. Das war ein Scherz. Ich habe Lust darauf. Я хочу этого. Дословно, у меня есть настроение на это. Ich habe Lust darauf. Ich kann nicht mehr. Я больше не могу. Ich kann nicht mehr. Das ist der Hammer. Очень классное разговорное выражение, любит молодежь его. Это круто. Дословно переводится «это есть молоток». Das ist der Hammer. Ich bin sprachlos. Я потерял дар речи. Ich bin sprachlos. Дословно, без языка. Sprachlos. Das ist der Wahnsinn. Это безумие. Das ist der Wahnsinn. Ich bin stinksauer. Я в ярости. Ich bin stinksauer. Ich bin erleichtert. Я чувствую облегчение. Ich bin erleichtert. Das ist unheimlich. Это жутко. Das ist unheimlich. Ich habe mich geirrt. Я ошибся. Ошиблась. Ich habe mich geirrt. Das ist mir peinlich. Мне стыдно, неловко. Das ist mir peinlich. Ich bin stolz auf dich. Я горжусь тобой. Ich bin stolz auf dich. Das kommt mir bekannt vor. Это мне знакомо. Das kommt mir bekannt vor.
Ich bin noch nicht fertig. Я еще не закончил, не закончила. Ich bin noch nicht fertig. Das ist nicht mein Problem. Это не моя проблема. Das ist nicht mein Problem. Супер, молодцы! Выбирая одно выражение из списка, могу сказать «Ich bin stolz auf Sie». Я горжусь вами. А сейчас, друзья и наши дорогие подписчики, вторая часть сегодняшнего упражнения. Будьте внимательны и попробуйте, не подсматривая в свою тетрадь, если вы выписывали выражение, перевести на немецкий язык с русского языка. Или с украинского, если вы думаете на украинском. Los geht's. Давайте начнем. Как у тебя дела? Wie läuft's bei dir? Мне интересно, что ты об этом думаешь. Ich bin gespannt, was du darüber denkst. Мне все равно. Das ist mir egal. Я за. Ich bin dafür. Я против. Ich bin dagegen. Это зависит от обстоятельств. Es kommt darauf an. Мне интересно, я в предвкушении. Ich bin gespannt. Это имеет смысл. Das macht Sinn. Это ведь ясно, очевидно. Das ist doch klar. Я полностью согласен или согласна. Ich bin völlig einverstanden. Я понятия не имею. Ich habe keine Ahnung. Мне это надоело.
Ich habe satt. Мне это непонятно. Das ist mir nicht klar. Это не обсуждается. Das kommt nicht in Frage. Я с нетерпением жду этого. Ich freue mich darauf. Я удивлен, удивлена. Ich bin überrascht. Это не мое дело. Das ist nicht mein Ding. Я разочарован. Ich bin enttäuscht. Это невероятно. Das ist unglaublich. Я совершенно измотан, истощен. Ich bin total erschöpft. Это было недоразумение. Das war ein Missverständnis. Это ерунда. Das ist doch Blödsinn. Я едва могу в это поверить. Ich kann es kaum glauben. Я заблудился. Ich habe mich verlaufen. Я спешу. Ich bin in Eile. Это было на грани, впритык.
Das war knapp. Это не стоит упоминания. Не стоит говорить об этом. Das ist nicht der Rede wert. Я сейчас вернусь. Ich bin gleich zurück. Можешь сделать мне одолжение? Kannst du mir einen Gefallen tun? Я полностью в восторге от этой идеи. Ich bin total begeistert von dieser Idee. Я ничего не понимаю. Ich verstehe nur Bahnhof. Мне без разницы. Das ist mir Wurst. Я держу за тебя кулачки. Ich drücke dir die Daumen. Я полностью измотан. Ich bin fix und fertig. Это наглость. Das ist eine Frechheit. Я не уверен. Ich bin nicht sicher. Это была шутка. Das war ein Scherz. Я хочу этого. Я имею настроение на это. Ich habe Lust darauf. Я больше не могу. Ich kann nicht mehr. Это круто. Das ist der Hammer.
Я потерял дар речи. Ich bin sprachlos. Это безумие. Das ist der Wahnsinn. Я в ярости. Ich bin stinksauer. Я чувствую облегчение. Ich bin erleichtert. Это жутко. Das ist unheimlich. Я ошибся. Ich habe mich geirrt. Мне стыдно, неловко. Das ist mir peinlich. Я горжусь тобой. Ich bin stolz auf dich. Это мне знакомо. Das kommt mir bekannt vor. Я еще не закончил. Ich bin noch nicht fertig. Это не моя проблема. Das ist nicht mein Problem. Ура! Поздравляю вас! И надеюсь, что многие слова и выражения вы уже знали или смогли вспомнить, или запомнить. Напишите в комментариях, какие были интересны для вас выражения и новые. Напоминаю, друзья, что у нас есть телеграм-канал, где мы анонсируем, и в скором времени уже вы увидите новости о наборе в группы «Разговорный клуб», а также новости о нашей платформе, которую мы запускаем с уроками для вас. Присоединяйтесь к телеграм-каналу и поддерживайте YouTube-канал и выпуск новых полезных уроков. Ich wünsche Ihnen Deutsch mit Spaß. Я желаю вам немецкого с удовольствием. Auf Wiederhören!